Алло, саламат бе. Саламат шыл. Ализат бәке мұжы телефонна. Ализат, мен мен? Я. Yeah. Мен, мен Ализат. А, Ализат, а, вы же, а, Ализат это женское имя, что ли? Да. Yeah. А, хорошо. Это следователь Соломинского района вас беспокоит. Mm-hmm. Черхалбеков Тимирлан, старший лейтенант милиции. Вот он. В отношении вас заявление поступило. В отношении вас и в отношении вашего супруга. Mm-hmm. О том, что вы не даете соседям покоя. А то, да? Ализат, Аджибаева Ализат. Нет, нет, нет. Азат, заявитель Азат, ваш сосед. Фамилия Сусова? Да. Фамилия Сусова. Заявление поступило, ознакомитесь, когда я вас вызову на следствие. Хорошо. По статье мелкое хулиганство было возбуждено. И ваше дело направится в суд для того, чтобы избрать вам меру пресечения. И вас привели к уголовной ответственности. И вас посадят на 2,5 года. Доказательство было чакында. Қандай болады доказательство? Мен ешкім алмай бар басам, мен ешкім алмай келіп, жұрт шығарып кетіп отырса қайғайыр. Тергеу амалдары басталды. Хорошо, сотқа жеткізді. Байланыс жолы. И прошу вас не беспокоить, хорошо? Ал мен нан тынышын алған жоқпын, ал мен тынышымды алып отырады. Еще дағы мынтып қайран. Хорошо, мен бұларға айтамын, тынышынарды тақыр албайт болды. Тынышынар алған сіздерге. Алады, еще как алады. Менде толықтыра видеоларым бар. Эгер магат, на ушурекинем. Руслан Бахрамей, слушай меня, блядь. Я тебе еще раз говорю, я ему скажу, чтобы он тебя не беспокоил. Он больше не будет беспокоить. И теперь тебя я попрошу, не беспокой его. А мне ухпай Дашнанда. А мне на уши. Ухтрубайся надо было. Я вам еще раз объясняю. Он вас не будет беспокоить. Я ему объясню. Он доходчиво это все понял. Он больше тебя не будет беспокоить. Вы тоже пока не беспокоите. Мен ишин алган жокмун. Мен басып таварган жокмун. 10 жылдан бери ишин алына басып таварган эмесмин. Кайра-кайра мен ишим алдына келип, ызычу салып кетип атат. Ну хорошо, я вам объясняю пятый раз. Все уже, ызычу салбайсыз. Мен записке түшүрүп койдум сенин сөзүңдү. Мен сөккөн жок. Хорошо, мен сенин уктуңбу? Сен алдан чыккан жок.